Ребята, давайте посмотрим, какая тут сестренка попадет. Вы готовы? А я готова. Соня! София прекрасная. Привет, девчонки и мальчишки. А также их родители. Сегодня мы будем показывать, какие у нас у куколок лолов малышки есть. Да, какие у нас пары сестричек. А у этих нету. И еще есть у нас куколки третьего сезона, у которых еще нету сестричек. К сожалению, у нас нету питомцев, которые подходили бы еще к этим парочкам. Но я думаю, это дело времени. Ну, если бы у нас было питомцы и куколка, и малышка, это было уже очень пара. Уже трио было бы, да? Угу. Питомец, большая куколка и куколка-малышка, да? Да. Это было бы трио. У нас вот, смотрите. Как мы соединили куколок, посмотрите. Вот эта вот собачка, она была в золотом шарике. Вот она. И она что вот подходит вот этим двум красоткам. Одной глиттерной куколке и одной обычной куколке с первого сезона. Вот так ее. Не лай, не лай, не лай, не лай. Это наша черти. Да, и ее малышка с сосочкой. Она совсем малышка. Это у нас куколка. Вот ее малышка. Ханнибал Бэби. Ханнибал? Ханнибан? Ханнибан Бэби. Ханнибан и Ханнибан Бэби. Это просто Ханнибан. А это просто Ханнибан. Это у нас золотая куколка с золотых шаров. И это тоже. Я ее назвала... Даша. Даша. Красивое имя для такой красивой куколки. А вот это Бэби Даша. А эти Бэби Даша. А вот это Черти Хелмет. Вау. А вот это Бэби Хелмет Пикель. Что ты нам рассказываешь? Сказочница. Наша королева цветов и малышка, Бэби. Конечно, у нас Бэби. Бэби цветов. Бэби королева цветов. Или... Венок Бэби цветов. Вот такая у нас Snow Angel с малышкой. Я ее назвала маленький дядя. Ну какой он дядя, она такая хорошенькая. Дурашка, да? Так, смотрите, вот это у нас куколка, это первого сезона куколки. Дядя. Ну, София. Наша Алиса. И это сестра. И ее малышка, да. А вот эту как зовут, я не помню. Какая-то ночная куколка. Ночная Хелмепит. Я все куклы вались. Ну, конечно, наша дива. У нас просто куколки в Украине переведены по-другому. И зовут их по-другому, как в английском описании. Дяди, тети. Дяди. Ну, дело, конечно, не в том, как их зовут, а в том, если у них парочки куколок. А вот у нас три малышки, которые не имеют парочки куколок. Да. И у нас есть шарики Лол третьего сезона. Эти куколки с третьего сезона. А и мы... Из первой волны третьего сезона. Да, из первой волны у нас куколки и второй волны третьего сезона. И мы сегодня откроем шарик, да, Сонечка? Выбирай, какой. А может тот, что сзади? Где сзади? Угу. Этот. И хотим открыть куколку. И может быть найдем парочку нашим малышкам. Ой-ой-ой, какие хорошенькие. Я вас тут рада. Последняя куколка вот такая у нас попалась, малышка. Это единорожка маленькая. Вот это из третьего сезона другого. У нас последний и это последний. Да, пока последняя, но мы, думаю, будем еще покупать куколок. Я думаю, что мне вот это попалось. Еще, ребята, у нас проходят конкурсы на оригинальные шарики, на один оригинальный шарик Лол. Конфетти поп первой волны. Да. И, конечно, есть и на три шарика глиттерных подделочки. Так что я оставлю ссылочку, кто еще не подписался и не участвует в нашем конкурсе. Подпишитесь и участвуйте в наших конкурсах. Да. Мы дарим шарики Лол. Вот запечатанные, да.
И вот такая у нас красивая коллекция кукол. Давайте посмотрим, какая тут сестренка попадет. Вы готовы? А я готова. И мы готовы. И мы готовы, готовы. И мы готовы, готовы. Мы очень ждем новую куколку. Ой, скорее открывай, София. Ну не торопитесь так. Они торопятся? А ты не торопишься? Нет. Нет? Ну давай, отодвинем их. Потому что нам будет неудобно их и открывать шарик. Давай. Мы раздвинули наших красоточек. Вот они стоят. А София уже колдует над золотым шариком. Потому что нам второй волны еще золотой шарик не попадался. А хотелось бы, да? Вот такую. А мальчика? Ты хотела мальчика всегда. Ну, эту хочу и мальчика. И эту, и мальчика. В общем, мы хотим все куколки вам. Теперь я открываю вот такой шарик. Да, вот такой шарик второй волны. Вот такая куколка у нас есть. Ну, давай. Не открывается. Как всегда. Он крепкий. Крепкий. Оп. А ну, давай посмотрим, какая у нас подсказка. Звезда какая-то будет. Энерджайзер на батарейке. Звезда на батарейке, да? Star Rover написано. Розовый. А если это... Какой? Единорожка? Ну, и мы будем счастливы. Софийка тоже хочет единорожку. Я бы посмотрела. Уже многим попадалась такая куколка, а нам еще нет. Вот эта упаковка открылась. Ого! А что так заклеено, смотри, прям оборвалась, как папиросная бумага. Так, смайлики. Розовый шарик. И что же там за куколка нам попадется? Не получается. Нет у нас золотого шарика. Жаль, конечно. Ну, хотелось бы. Конечно, хотелось бы. Давай, помогу. О, татушка. О. Так, у нас какая-то актриса. Из этой коллекции. С единорожки? Да. Может, это у нас единорожка? Да. Ой, хорошо бы было. Мы бы нашли сестричку. Тут бракованный. Что шарик. Там? Почему? Нету. Кого, зайка, нету? Ничего нету. Смотри. Нет, там иногда ложат внутри, потому что он не влазит в ячеечку. Там иногда ложат пакетики вовнутрь по два пакетика. Я уже видела такое. Даже на канале у Лизы такое было, на канале My Toys Pink. Кстати, до сих пор нам не приехала посылка от канала My Toys Pink. Так уже долго едет. 55 дней она в пути, я ее отслеживаю. Но никак она к нам еще не доберется. Ну ничего, дождемся, да? Как открыть? Нам едет два шарика лол от канала My Toys Pink. Да, вот такие. Ну ты пока доставай пакетики. А что ты открываешь? Сразу открываешь? Да. Ну, а что там? Радуга! Радуга? Единорожка? Да. Единорожка? У нее такие туфельки. У нас, по идее, вот ее сестричка должна попасться. Счастлива, она очень хотела эту куколку. У нас единорожка будет. Смотрите, какие красивые салатовые ботиночки. С вот такими золотистыми бантиками. Я сейчас покажу один. София, у нас будет единорожка? Ты что? У меня вот такая бутылка.
Да! Девочки, у нас единорожка! Ура! Какая радость! Белая бутылочка с золотой крышечкой. Все-таки мы нашли ее. Ну, еще не точно, конечно. Я не помню, какая она там... Открой. Какой у нее наряд должен быть. Я знаю, какой. Знаешь, да? Да, это ее наряд. Класс, смотрите. Вот такой красивый костюм с такими оборками. Юбочка и кофточка, безрукавочка, красивая, яркая. Ну и что, там два пакета? Да, там два пакета, как я и говорила. Класс, София. А там рожок, наверное, обруч. Ободочек на голову. Да, это она. Смотрите, какая красота. Смотрите, какой красивый. С ушками. С розочками даже. И вот такой золотой рожок. И, конечно же, красавица-куколка. Вот у нас сестрички сошлись. Ура! Я радуюсь, как маленький ребенок. Давай ее покажем. Давай я хоть раздетую покажу. Да, а потом положим и оденем ее, да? Она оденется по волшебству. Вау! Ложим. Какая красота. У нее желтые колготочки. Красивая очень прическа с хвостиками. Вот, смотри. Вот Лия. У нас сошли сестрички. Ура! И давай куколки ложить. Ложи. Ура, у меня сестра! И меня возьми с собой! Я больше с тобой никогда не расстанусь! Вот так вот. Раз, два. А, вот она оделась сразу! Хелло, друзья! Я наконец-то появилась! Долго ехала к своей сестре! Так, подожди. Софийка ее оденет. Да, это моя сестричка любимая, наконец-то мы вместе будем. Да не кричи так, я ее сейчас... Я соскучилась. Тише. Ну не плачь, не плачь, вы же встретились. Ой, малышка, не плачь, бедненькая. Ура, поздравляем! 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 Здравствуйте, спасибо, дорогие. Я тоже очень рада вас с вами познакомиться. У меня тоже есть сестра теперь. И у вас, смотрю, много сестер. Ух ты, сколько нас здесь. И мы тут, и мы тут. Мы тут. О, привет всем, какие вы милые. Ух ты, сколько здесь кукол-клуб. Да ничего себе, так ты богачка. У тебя очень много кукол-клуб. Смотри, твоя сестренка пьет. Ты что делаешь, это для взрослых напиток. Ты чего, заболела? Нужно лечить, где доктора взять? Доктора мы возьмем потом и покажем сестричку твою доктору. А сейчас мы посмотрим, что ты умеешь. Да, тут? Я на, думаю. Держи, я налью водички. Так, вот, она мне... Ага, а ну давай посмотрим. У нас единорожка. И она из театрального клуба. С этого клуба у нас нету ни одной куколки еще. Да. А теперь у нас есть единорожка. Самая желанная куколка была у Софии. Ну, конечно же, хотелось бы еще и золотые куколки приобрести. Ну, это золотая, мне нравится, это золотая, я ее буду называть золотая. Ну, она стоит так, того, чтобы ее... Ух ты! Эти куколки стоят того, чтобы их покупать, распаковывать и собирать, конечно же, замечательную красивую коллекцию наших девчонок. Не пей больше! Только. Смотрите, какая она красавица. Супер. Ребята, мечты сбываются, да, Софийка? Да. Ребята, сейчас я вам покажу, какую мне больше всего хотелось. Куколку вот такую. Но тоже красивая такая. Вот это, с цветочками. Вот, красивая, да. Она с из гламурных красавиц. У нас, кстати, есть вот такая. В золотом шаре она была, очень редкостная, а это леди цветочек.
Я думаю, она нам тоже попадется когда-то. В общем, куколки замечательные. Смотри, сестра, я тебе не дам, это мой теперь. А ты смотрел большой, а теперь мой. Производители большие молодцы, что делают вот такую красоту. Правда, она очень дорогая, эта красота. Купить может не каждый. Да. Это ты мне нацепила! Я штука! А где тут? На, зайка, я пойду водичку налью. Такая милая куколка. Смотрите, ребята, у нас такие льдинки. Да, мы достали лед. Смотрите, какие у нас льдинки. И сердечки здесь есть, и мордашки, деток. Ну все, вообще-то все как бы в сердечках. И принцесса, и бабочка. София, растапливая лед, бросай. А я принесу, наверное, еще теплую воду. Может, она еще теплая будет менять? Я думаю, цвет. Да. Давай, бросай сюда льдинки. А я быстренько схожу за теплой водой. Упала, я упала. Поднимите меня, пожалуйста. Вставай, вставай. Еще раз сваливай. Ладно, пусть полежит, пока я схожу. Так, наша куколка не меняет цвет. Вот малышка поменяла уже. Волосики у нее стали малиновыми. Что она делает? Ушами плюется. Нет. Ну, мне так показалось, по крайней мере. Нет, не ушами, она просто плюется. О, плюется, просто плюется. Она. В теплой водичке тоже ничего не происходит. Холодный. Куколка меняет, а в холодный. Нет, куколка, единорожка наша цвет не меняет. Холодный умеет меняет. Только плеваться. Холодный меняет, а тут исчезает. А малышка у нас меняет цвет. Это моя подружка. Я с ней соглашаюсь. Опа. У них двое крыльев. Два ангелочка? Ну, они же такие маленькие, как ангелочки. Смотрите, два ангелочка. Да. А вкладыши нарисовано, что она меняет цвет. Ну, ничего. Будет плеваться. Главное, что у нас есть единорожка. Ну, вот и все. Все, можно смотреть. Ребята, у куколки сбылось место, у малышки и у меня сбылось. И у куколок вот этих тоже сбылось места. Потому что они нашли своих сестры. Сестричек, да? А мечтаете вы о чем-либо? Мечтайте о единорожке. А вы мечтаете о единорожке? Пишите нам в комментариях. И ваши мечты обязательно сбудутся. Надо мечтать обязательно. Это что? Кладыш. А в следующем видео мы будем искать питомца единорожки. А есть питомец единорожки, интересно? Нету. А, его еще, наверное, не сделали, будет в четвертом сезоне? Или тем. В седьмом сезоне? Да, я думаю. Я думаю, будет и десятый сезон. Или двадцатый. Двадцатый? Да. Ладно, все. Мы хотим с вами попрощаться. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии и ждите новые видео с участием куколок Лу. Все, всем пока-пока. И не пропустите ни одно наше видео. Конечно. А чтобы не пропустить, нужно нажимать куда? На колокольчик. Тык-тык. На колокольчик. Колокольчик. Звенит? Нажимайте на колокольчик, да. Еще не забывайте о конкурсе. Да. Да, разыгрываем. Поделки 3 и один оригинал вот такой. Да, первые волны. Все, пока-пока. Пока-пока. Полетели, полетели воздушные поцелуи к зрителям. Все, зацеловала.